С вами я, Тейлор, и сегодня я расскажу вам один очень интересный лайфхак к Новому году. Если у вас нет новогоднего настроения, но есть старый диск и витражные краски, то смотрите, что вы можете сделать. Просто возьмите диск и нарисуйте на нем разные такие каляки, чтобы он был новогодним. И если, кстати... Ладно. И да, главное, чтобы этот диск был ненужный. И да, если, кстати, у вас есть два таких диска, то вы можете нарисовать и склеить их. Тогда получится что-то подобное. Удачки вам в творчестве, пожалуйста. Фотографируйте свои диски или мне в личке ВК присылайте их фотографии. Мне будет очень интересно посмотреть.